Я всего лишь хочу выиграть китайский паб. Это первый в жизни китайский паб, который я играю. Первая война. Так. Первая война с китайцами. Какая первая, а 43-й? Не с китайцами было. А 17-й? Не с китайцами было. Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Тихо. Положите координаты. Положите координаты, не видно. Нужна помощь! Слишком много врагов! Сейчас все, давай уже 4-3. Главнокомандующий, прими задымление. Что прокачать? 8 стрэнш или 2 мага регена? Пассивку вкачать. Аптечку юзаю. Пассивку, говорю? Да. Аптечка использована. А кто мне дал... Какая аптечка? Какой до сих пор смог эта аптечка? Дымовая завеса на мне. Иду в ней, вижу на врагов. Я в стелсе. Стелс режим активировал. В слепой зоне врага, нахожусь. Огонь! Опа! Пойман! Враг и без врежет! Нужна помощь! Поддержка! Хорошо! Отлично! Капрал! Вижу еще врага! Патронов пока нету! Перезаряжай! Отлично! Капрал Матроскин! Нужна ваша помощь! Капрал Матроскин! Патронная помощь требуется! Капрал Матроскин! Враги окружили! Позовите Юлию! Опа! Я окружен! Помощь! Окружен, но не сломлен! Помощь! Опа! Подзарядка! Перезаряжаюсь! Вы сволочи. Доложите главнокомандующему... Нужна помощь. Кирюкову. Какому Кирюкову? Я здесь. Главнокомандующий Кирюков, я здесь. Заберите меня отсюда. Навожусь. Нашел врага. Нужна поддержка. Срочно. Помните, я таким, как я был. Мы нормально ведешь, нет? Враги взяли в плен. Что мне делать? Что это такое у меня в кармане? Обещаю, использую занятый калий, проглачиваю. Они не узнают ничего от меня. Играем в Вьетнаме. Вот Вьетнаме, это музыка. Ту-ту. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Да нет, это с музыкой Семенова. Зачем? Ну, а какую ты хотел? Пою песню, когда в Вьетнаме. СМ фармит вот здесь. Ребята! Я замечен, меня подбили. Вижу двух вьетнамцев, подхожу. Использовал аптечку, я полностью здоров. Зачем я подошел? Зачем я подошел? Вьетнамцы окружили и взяли числом. Окружены, но не сломлены. Меня снова допрашивают, какой цвета они стыкали. Часть. Валой! Че? Почему так плохо? Что это такое? Какого тебя звания нет? А почему первый? Какое у тебя звание? Младший сержант. Спасать будет. Сержант Игоря. Игорек. Сержант Игорек заступает на службу. Игорек на дежурстве. Я не покупаю. Купидасты. Игорек. Благодарочка. Игорек, средства обнаружения есть. Доложите Капрала Матроскину. Имею при себе средства обнаружения. Вижу черного легионера. Игорек Капрала Матроскину. Навожусь на цель. Использовал средства обнаружения, попал. Можно ультануть. Капрал Матроскин. Нужен хук, Игорь, хукни Джаггера оттуда. Отлично, Капрал Матроскин. Не зря на одной кровати спали. Что? С кем? В одной роте служили. Сержант... А это что? Опа! Враг обнаружен! Помощь, Капрал Матроскин! Враг обезврежен, вот. И что это? Вижу вьетнамскую деревню. Сюда! Нет, ты не снимал это. Опять неверные координаты, база, сколько можно? Я уже устал это терпеть, база! Сколько мне еще раз убирать за ваши ошибки? Сейчас даггер будет, все полегче, нормально пойдет. Беру клинок со столовой. Буду драться тем, что есть. Сержант Игорек на охоту вышел. Сержант Игорек видит... Черного легионера. Итальянская женщина! Помогите! Капрал Матроскин! База! База! Слово не так, ребята! Меня насилует итальянская женщина, помогите! Куда? Куда, Даггер? Использую клинок из столовой! Голубя перехватили! Блядь, жри его! На меня обезьяна напала с джунглей! Я в джунглях! Нет, я в джунглях! Я жру! База, я живу! Не, вы видели? Операция удалась! Прошла успешно! Медпункт, отправьте меня кто-нибудь. О! База, спасибо. Целебные воды. Вот вы, пацаны, умеете мораль поднять. С вами одно удовольствие. Игорь, ты красава. В разведку идти. База, нужны средства обнаружения. Вас слышим. Да не база, там диспетчер координаты дает. Не база. Держи в курсе. Я держу, я же знаю, я же воевал. Слышите, сержант Игорек, вас не спрашивали. В смысле? Так, докладываю. Я... Применяю высадку.
Усаживайтесь. Усаживайтесь нормально. Десантируйтесь. Высадка нормально. Они всех убили без меня. Сержант Игорек отправился на службу. Я все сделал. Простым парнем, а вернулся огромным толстяком. Я хилку дал. Я всего лишь хочу выиграть китайский паб. Это первый в жизни китайский паб, который я играю. Первая война. Да. Первая война с китайцами. Какая первая, а 43-й? Не с китайцами было. А 17-й? Не с китайцами было. Так и сейчас не с китайцами, с вьетнамцами воюешь. А хук вера. Я уже в 70-м. Ты вообще уже 100-летний толстяк. Это до сих пор сержант, не стыдно? Вообще у меня талант на ИУЛ. Талант на ИУЛ. Убить кого-то там после использования ИУЛа. Талант на ИУЛ. Извините. Талант. Талант на ИУЛ. Это человек талантливый. Ой, чувствую вас. Я с сержантом Игорьком вроде не хотел бы служить. Сержант Игорек, когда вас спросят, я обращусь, эй, Игорек. Я, у тебя кодовое имя, Игорь, если что. Они не поняли, да. Вау. Бойбава обезрежена. Немец, причем, счет 7-6-11. Понимаешь? Не, он не хочет ходить. Сержант Игорек, когда вас спросят, какие у вас звания, вас спросят, эй, ты. Опа, чёрный легионер на мне. Можно его убить, пожалуйста? Води, Диспетчер, сколько можно давать ложных координат? Я уже устал этих руки кидать не туда, куда надо. Тогда свяжитесь меня с главным, это я устал это терпеть. Эти координаты, это просто невозможно. Как я могу выполнять свою работу, при том, которую я всегда делаю хорошо, если мне дают неверные координаты? Я так и осталась сержант так из-за вас. Я занимаюсь этим делом уже знаете сколько лет? 78 лет, если вас интересует. Я уже устал терпеть это дерьмо. Все из-за того, диспетчер, наймите новых людей. Неверные координаты. Каждый раз плохая рота. Все дело в роте, все дело в неверных координатах, но никак не во мне. На Сталин, блин, опять команду не туда закинул. На Сталина уже нет, ты че? Это 44-го он был. А кто там? А уже в это там Брежнев. Брежнев, сколько можно? Я устал это терпеть. Опа! А вот и глупый вьетнамец. На зубок гальку подставил. И еще сильнее. Ой, дебилы. Это можно целое шоу сделать, сержант Игорю. Не, тогда вечернее ХДК будем делать, и я скажу, у меня в гостях сержант Игорю. С первой... 11-7-14. Да, с первой мировой войны. 11-7-14. А ну так. Сразу видно бывало. Ренат проспорил, я выиграл китайский паб, и теперь он должен ходить с головой лошади по отелю весь вечер. Здравствуйте. Нихао. Не, выйди так сейчас. Я уже вижу. Никого. А вообще пофиг человеку. Скажите, пожалуйста, не знаю, как вас зовут. Скажите, пожалуйста, как вам проход в сетку виннеров и предстоящие игры против Invictus Gaming? Воздух.